Ну что ж, ребят, привет. Короче, это Фуфуф. Всем привет, всем здорово. Кирилл. Здрасте, здрасте. Фирплей. Всем привет. В общем, как вы видите, ну, в нашей компании есть еще один друг, его зовут Сосиска Киллер. Имя, фамилия. Мафиоздик. Да, по отчеству Колбаскин. Колбаскин. Мафиоздик Колбаскин. Мы сейчас будем его троллить. Ну, вы все знаете, через 5 минут мы уже зазвонимся с ним, пока мы сейчас обговариваем вот эти все моменты. Короче, мы будем знать, что он импостер, так? Ну, так получается, да. Но мы будем, короче, реально играть, а будем, в общем, играть, зная, что он импостер. Если что, мы играем на желание, то есть на наказание. И также ему импостер будет выпадать на 30%, ну, чаще, потому что мы там все подкрутим. Ну все, в принципе, давайте заходить в ту конфу, сделаем вид, что мы якобы сейчас только собираемся, да? Все, выходим да, типа сервера, давайте. Да-да-да, что мы сейчас не созванивались. Все, давайте выйти даже с сервера, там, все такое. Ой, господи, наконец-то. Не, просто в чем прикол? Мы договариваемся снимать в 9 часов и типа в итоге начинаем в 9.07. Ты козёл. Да тихо-тихо, ребята, мы играем роль. Тихо-тихо-тихо. Алло-алло. Все, гоу снимать. Сейчас IP скину, подождите. Еще поставьте скины, пожалуйста. Короче, смотри, сиська. Ну пока ты скачал ресурс пак? Да, я уже все сделал. И если что, вы записывать будете все, хорошо? Окей. Сиська, записывай, без вебки, без вебки. Алло, да, алло, сейчас я пройду, сейчас я пройду. Если что, мы на наказание играем. То есть это просто Among Us на наказание. Вот, скин на URL. И там вставляешь от NameMC. А я на лицензии поставил свой скин, почему так? Что это за ним? А, подожди, кли. А что ты вот все сделали по-нормальному? А у тебя, а ты почему-то решил сделать по-своему? Я не знал, что тут плагин, я думал, надо на лицензию. Да это уже сколько лет, уже 3 года этому URL. Так, давайте, 1, 2, 3. Всем привет! Всем привет! Да, ладно. Так, всем привет, начнем. Здорово! Если что, это обычный манкас, но на наказание. То есть, кто больше наберет 2 убийства за импостера, тот и решает, кому дать наказание. Все просто. А наказание будет поставить скин петуха на 3 месяца и сниматься в ролике с ним. Подожди, убийство или выигрыш за маньяка? Выигрыш за маньяка. Вот, а кто проиграл, тот ставит скин петуха, да? Скин петуха на 3 месяца. То есть, в ролике вы будете скином петуха. Ребят, кто выиграет, ну реально пощадите, я же 3 наказания уже подряд не хочу. Так, карта The Skin, это типа самая первая там карта. Все, гоу, 1, 2, 3. Короче, я сразу импостер. Так, сейчас смотрите, сиська идет с Кириллом, я типа здесь выполняю. Подождите, тут же чел. Оп. Еще один таск, я уже 2 таска, кстати, выполнил. Оп. Ой-ой-ой, я знал, что это капуста. Так, ладно, короче, убили сиську. Ну, на самом деле, он попал в то место, где прям вообще его как будто не спалить. Так, сейчас пойдем выполним там задание быстренько. Ты, алло. Что ты хочешь? Я импостер. И что? Не убивай меня только. Подойди сюда, подойди сюда. Подойди сюда. Ну-ну-ну. Вставай сюда. Куда? Вставай сюда. Вот сюда вставай. К сеточке прям? Ну. А ты знал вообще то, что на Наксмане вайп будет 10 числа в 15.00 по МСК? Не знал. Ну просто знай вот, что вайп. Все. Алло. Ну хорошо. Все, если что, ссылка на сервер, ссылка на группу ВКонтакте. Плюсом можешь заценить еще видос с обновлениями. Там вышло на лайв-канале. Ссылку оставлю в описании. Там как раз у галстучки, бабочкой, костюмчики. Хорошо, посмотрю. Ну все, давай. Все, я могу уйти, не убьешь меня, все? Нет. Ну все, давай. Иду, кнопку репорта нажму. Так, давайте, короче, я побежал, я особо никого не убил, давайте просто чисто, чтобы... Алло. Алло, алло. Чисто тест, нажал? я нажал тест. Убили сосиску. Я видел только Фира. Короче, я сначала пошел сюда и выполнял, я бил киркой сначала камни, потом нажимал на кнопку, там должна была бы пройти такая дорожка. Оправдан. Дима, что ты выполнил? Я тоже ему верю. Я, короче, ставил 9 этих блоков, вот так вот, в ряд. А что еще? И рычаг нажимал, и мусор падал. Все, только 2 задания сделал. Так, хорошо, Фир, ты что выполнял? Датабейс там прогружал, вот эти шли, потом листья ломал. Как и... это выглядело, да, табе? Ну, вот это вот идет полоса такая по репитерам. Шик-шик идет, когда нажимаешь на кнопку. Что ты ржешь? По репитерам. Листву ломал я. Давайте, Фир, давайте, Фира. Фира. Это капуста, значит, так вкидывает. Это капуста. Да это капуста, он вкидывает жестко. Он меня один раз увидел, убил кого-то. Да это не я. А, 2-2. А кто за меня? Давайте еще раз. Нет, это капуста.
Это капуста, я думаю. Не, я зефир. Я помню только то, что Кирилл пошел влево. Я тоже налево пошел, а ты куда-то ушел куда? Нет, ты... Нет, все, это фир, 100%. Ты врешь, ты не пошел туда. Нет, все, это фир. Это фир, 100%. Дима, козел, просто козел, реально ему доверились. Козлина, ты козел. Подожди. Просто козел. Нет. Кирилл на кнопку. Сюда, вы. Нажимай. Да, все, кикаем его, Это, ну это хорошо было. Ладно. Короче, ребят, если что, я знал, что это капуста. Я за ним следил, пошел выполнять задание, и он меня убил первым. Все, готовы? Раз, два. Диска, короче, импостер. Мы сейчас так задумали. Сейчас пойдет троллинг. Первый такой чисто, чтобы... Так, он нажал реакшн. Опять реакшн. Давай, нажимай. Так, давайте можно нажать и вкинуть что-нибудь. Убили эфира и Кирилла. Да. А почему ты не заметил труп? Как так? Подожди. Это сосиска. У меня есть тоже подозрение на сосиску, потому что он то как-то остановился. Нет, странно, я с другого. Это сосиска. Короче, я в сосиску. Я в сосиску. Почему? Ну ладно. Нет, и знаешь, ну, ты бы сейчас... Нет, если что, ты сейчас бы кричал. Ты же умный вот этот чел, короче. Чего? Я бы не взял. Нет, ну твоя реакция вообще прям... Ну, все, короче, я тогда скип. Ты спалился. Ты свалился. Ты активный игрок. Все, давайте, гоу. О, подождите. Короче, сиськи сейчас ему был импостер. Так, мне кажется, он уже как будто килл сделал. Я считаю, что это он. Проходил, ты рукой на меня намахивался. Я не знаю, он... Я не замахивался рукой, если что. Ты замахивался, ты бил, я проходил не меня. Нет. Ты повернулся и рукой вот так хотел если ударить. Что, нет, если что, я не замахивался, раз. А во-вторых, я починил ваш два оба. Ну ты починил, но ты же мог фейкануть. Я не замахивался. Нет. Да ты замахивался, ну а ты дурак. Дима, подожди, Дима, в кого ты проголосовал? В сосиску. Ну он понятно, ну это понятно почему. Но тем не менее, Фир, я вообще не замахивался, я просто рядом с тобой бегал. Смотри. Ты шел туда, я выходил оттуда. Ты вот так развернулся рукой на меня, но успели проголосовать. Нет, я рукой на тебя вообще не делал. Я серьезно говорю. Несколько раз тыкнул, но я серьезно говорю, я не делал на тебя рукой. Ну я говорю, что я видел, я голосую за тебя. Понятно. Короче, смотри, в меня Фир вкидывает, я просто за ним бегал. Я его рукой не бил. То есть он пытается меня как-то очернить. Да, бил точно, фифон бил. Так что я считаю, либо мы голосуем вместе за Фира, чтобы меня не кикнули, либо скип. А давай за скип проголосуем. Я за скип проголосую. Давай. Я просто тебе не верю. Я не скликнул. Так ты импостер! Сосиска. Какой за скип? Фир, я не замахивался, у меня запись есть. Я тебе говорю, я прохожу, ты вот так вот поворачиваешься, вот ударяешь. То есть ты хочешь намекнуть, что у эфира галлюцинации. Да, у меня запись, я держу, просто ничего и в руке не держу. У меня пустой свод. Можно я по фасту камеры проверю? Сорян, кто импостер будет, сорян. Фир, ну ты реально вкинул в меня, но это, блин. Да вообще невозможно играть. Кому ты что-то показалось, уже все спалили тебя. Ну ты же вообще палишься, какие-то реакторы. Я не палился, ты в курсе, что я ничего не сделал, ничего. Я не знаю, ну ты прям палишься, если хочешь, то окей, давай. Я не палюсь, этому я сейчас заметил, что среди всех импостеров только сосиска использует всякие О2. Да, да. Теперь нельзя вообще использовать. Сейчас опять он будет. Я, если что, специально как бы запустил, чтобы он не думал, что ему часто выпадает импостер. Вдруг какое-то подозрение, мало ли, чтобы не было такого. Да, почему импостер? Да, опять. Я понимаю, что троллинга, по сути, пока еще нет. Я уверен, что скоро он будет. Тест. Да, короче, я считаю, что это не фуфуф. Я верю Почему? Ему. Просто верю. Почему? Ну я выполнял задание, я ломал 9 блоков. Да, значит все совпадает. Если Дима так меня уж это, то я тогда Дима... Все, скип. Ты скип, Дима? Да, скип. Я просто подумал, вдруг, убийство... Скипаем. А чего вы все нажали? Скип. Так, короче, это просто такой разминочный этот момент. Я, знаете, типа, ребята, я хочу как бы не спалиться, чтобы и сиска не догадался, что тут троллинг. Фир там, и сейчас сосиска там появится, Сейчас я нажму кнопку, если фир труп, значит это сиска и 100%.
Блять, свет вырубили. И сразу включили. Давайте кликнем. Так. Стойте. Фир. Сосиска пошел с усудом. Фир. Я свет включал. Ты свет включил, я тебе верю. Я тебе верю. Ты что делал? Я был с тобой вот там вот. У меня было два раза подряд комната. Вот там вот. Короче, было четыре повторителя подряд. А раз, два, ну типа два раза подряд. Это сосиска. Это сосиска. Смотри. Фиру я верю, потому что я на камерах смотрел его. Я на камерах видел его. Сейчас Кирилл супер убедительно говорит. Сосиска, ты виноват. Ты импостер. 100% нет. Послушай, что я делал. Мы с Уфыловым ушли, потом он ушел от меня в другую сторону, когда я выполнял задание. Вы верите мне? Я сказал, что Уфыв не предатель. Вы верите мне? Верю. Значит, он не предатель, значит... Но подожди, это не я. Да, я ушел с Уфыловым, но мы потом разбежались. Это сосиска. Уверен, ты да. На 100% уверен. Нет, на 95% нет. Уверен. Да. Я верю Фиру. Я на камерах смотрел. На всякий вкину в капусту, я думаю. Вон. Я говорю, если это капуста, Кирилл, то, голосуй, то Кирилл, разбегаемся, Кирилл, разбегаемся, если что. Да, блядь! Да стойте! Я не разыгрался. Да я не понимаю, как он ушел. Да он вообще падал, он за мной наблюдал, я не хотел. Я хотел один играть. Он за мной наблюдал, мне страшно стало. Я не знаю, ты кто? Такой-то лох. Помните, как он... Помните? Это вообще просто монстр, сейчас какая-то... Да вы уже просто знаете меня, вот поэтому. Тактики делаю, сейчас как будто постарел. Что с тобой стало? Да не постарел, подожди, я еще не разобрался. Так, сейчас другая карта, Мира HQ, давайте. Мира HQ, давай. Так, сейчас он, короче, опять импостер. Опять я импостер? Короче, я понял, как играть, все. Я их убью. Имкапс, да. Мне кажется, вообще... Это того, что он настолько часто. Мне кажется, мы сделали реально такую почту, что как будто он вообще не догадывается, что мы его троллим. Так, о, вот тут таск есть. Давайте зафейким. Так, отлично. Ну, мне кажется, как будто можно чуть еще ужестить. Ну, в этом плане можно жестить. Короче, он вообще дебил. Это придурок. Он просто Я тут искал задание. Ты в люке ощутился. У меня сейчас давление поднимется, я просто сейчас бомбой взорвется. Ты дебил, ты просто придурок, ты палишь, что с тобой? Что ты с тобой? Дебил, я тут задание искал, потому что я выполнил по сути задание. Ребята, пожалуйста, посмотрите на этого дебила. Сейчас я кошка взял мне. Давай. Нет, ну ты скажи, что я сделал. Короче, объясняю. Объясни, пожалуйста, ты можешь без эмоций. Объясняю. Смотрите. Короче, я пришел в этот стол. Видите? Вот этот стол. И он вышел оттуда. Смотрите, где я оттуда. Вы же помните? Я выполнил задание, там цветочек. Нет, ты здесь не был. Я сюда подошел. Я пришел, там нету люка даже. Окей. Я пришел сюда в комнату. Туда зашел, выполнил задание, пришел вот сюда, вот куда я смотрю. Там искал задание, там ничего нету. Ты просто у стола стоишь и мониторишь стол, ты даже задание не выполняешь. Короче. Ты задание не выполняешь. Короче, капуста. Ладно, я понял. Кому верите? Это 100% сосиска. Еще придурок. Я короче. 100%. 100%. Он мониторит стол и даже задание не выполняет. Когда я выполняю задание. Ты очень нагло спалился, просто. Это... Может, ты придурок? Нагло. Нет, я за капусту. Нагло. Он вообще дебил. Это просто дебил. Алло, подождите, стойте. А чего было? Я вообще не понял. Я не знаю. Кирилл, микрофон. Сам микрофон. Ну, Кирилл, ты же это, умер, типа. Я живой. Ого, никто не умер, все живы. Живой. Алло, дебил? Я скип нажал. В смысле, а где ты? Сбоку? Я не знаю, как в это играть, потому что... Что? Реально... Стойте, я тебя не видел, тебя Фуфу закрыл, я подумал, что тебя убили. Ты придурок? Вот, а как в это играть, если в меня постоянно голосуют? Мне не дают играть, иди просто придурок. Я ничего не сделал, я задание выполнил. В подсобке это придурочное, просто как только меня увидел, все сразу в меня вкидывают. Я не хочу в это играть, это просто жесть. Ну подожди, ты реально в люке был, ты реально в люке был. Я подумал, что Кирилла убили, но ты реально в люке был. Я 100% говорю. Там не было люка. Там был люк. Я тут пришел на ногах. Погоди. У меня запись есть придурочный, там нету люка. Я туда на ногах пришел. Я не пользовался люком ни разу. Я подумал, подождите, Кирилла закрыл Фуфу, и типа да убили. Да я не как в это играть? И почему у меня падает импостер? Просто вот эта вот капуста. И у него очень давление скачет. Вот чтоб ты отключился за компом. Это просто. У меня реально бомбит с этого. Ничего не произошло, он меня вкинул просто. Сосиска реально импостером оказался.
в этом-то и прикол, что уже второй раз подряд Фир вкидывает просто так, Дима вкинул просто так. Короче, я понял, надо капусту первого убивать, он вообще придурок. Его по-любому валить надо. Все, готовы, да? Да-да-да-да. Все, давайте. Так, если что, сейчас начнем раунд. Короче, ну, он не палит в этом плане. Все, если что, я сейчас ребятам написал, даже если сейчас сосиска импостер, если реально сейчас он импостер, то я никому, я сам не знаю об этом и друзьям тоже не рассказываю. Все, фух, я не импостер, ура. Ура, я не импостер. Наконец-то. Сыграем раунд, чтобы, грубо говоря, чтобы сиська реально не подумал, что как будто его какая-то подстава и всё такое. Надо все-таки это сохранять, этот момент. Он чё, ебает меня? Чё ты? Все, ему пизд. Оп, тварь, бомбит, он горит на меня. Горит. Подождите, а там помните? Там вроде бы сейчас два человека, да? Ну-ка. Это фыр, походу. А, нет, это не фыр. Блин, я не понимаю, давайте сейчас задание все-таки выполним. Ну, кстати, если бы это сейчас... А, это Кирилл. Кирилл? Опа, Кирилл. А, все. Я пойду труп нажму. Кирилл при мне убил Диму. Все, это Кирилл. У меня тоже жесткое подозрение на Кирилла было, когда он зашел и в руки. Да не, это он следом. Просто очень убил Диму, еще выключил свет, короче, это он. Да все, меня, Кирилл. Я держал карту. Не, да ты рядом с ним свет? Стоял, ты его убил при мне и у трупа стоял, плясал. Если бы сосиска не зашел, ты бы меня убил, потому что ты увидел, что сосиска зашел. Ты свет вырубил, как раз в руку вообще что-то взял. Просто Кирилл. Утопите Кирилла уже. Ну ты красава, потому что ты капусту убил первого, ты реально красава. То есть, надо первого угасить, потому что он самый долбанутый. Это не я был, я в сосиску кинул. А чего против меня это сосиска? Так не надо просто убивать тупо. Раз, два. Ну, короче, я сам не знаю, кто импостер, но это не сосиска. Я не знаю, что сейчас произошло. Кирилл, либо Фер, либо Кирилл. Кирилл, алло, Кирилл убил. Алло. На виду прям алло. Убил Кирилл. Алло, в смысле? Прям передо мной убил капусту. Капусту передо мной убил, прям на виду. И это 100% не я, потому что я где был? Я вообще сзади вас был. Алло, это Фер, это Фер, это Фер. Это Фер. Уверен? Кирилл убил. При мне Кирилл убил. Кирилл убил. Фер сам убил и зарепортил. Так уж и быть, Фер, прости. Подожди, это фуфыф. Нет, Кирилл. Держимся вместе, сосиска вместе. Тихо. Сосиска вместе. Сосиска! Тихо, Кирилл! Это не я, пацаны! Сосиска! Кирилл, иди нахер отсюда! Сосиска! Сосиска! Да. А, он победил. Он тебя зарезал в самый конец. Фер, что ты так неубедительно говоришь? В смысле, я сказал, ну что он? Как еще сказать? Подождите, это реально первая победа за импостера. Поздравляем, за столько времени. Ты первый. Жму руки тебе. За столько времени, остальные разы я играл просто. Все, давайте. Хоть бы не импостер. Боже, ну... Сохлепал, хуй бы не импостер. Просто я не могу уже. Играть. Почему? Пугаем его. Он как бы импостер, я пугаем. Бум-бум-бум-бум-бум. Я не могу! У меня уже реально бомбит от того, что я постоянно импостер. И постоянно перед тем, как я скажу, что я не импостер. Пишу, короче, друзьям, чтобы вкинули в него. Алло, мне кажется, только... Почему? Сиска, ты за мной ходишь по пятам просто. Я вообще не за тобой шел, я шел в сад. Ты увидел, что фуфыф рядом и развернулся. Если что, нет, я просто в сад шел. Ты просто на пути стоял и все. Я тебя прошел мимо. Ты таски не выполняешь, ты просто мимо ходишь вот. Нет, я выполнил таск здесь, а я выполнил таск там. Что ты выполнил, слышишь? Газировку расставлять. Что, а какое задание, скажи? Сортировка газировки. Придурок, иди нажми. Ну что там конкретно? Скажи, что конкретно там? В сундук убрать мусор. Какой? Что именно? Какие предметы? Редстоун. Все понятно. Ну ладно, кто вкинет в него? Сосиска за мной ходил и прям вот повезло, что Фиф зашел, потому что я бы сейчас... Да я не за тобой ходил, я шел выполнять задание в таск. Ты просто на дороге стоял, скупанный. Ты как скупанный стоял. В комнате вот здесь вот. Ты эфир за кого проголосовал? Я за сосиску. Ты эфир за сосиску. Почему? Так, Ваня, ты сам сказал, что сосиска. Ладно, заскип. Короче, ну опять Фир вкинул, честно. Я вообще не за ним бегал. Вообще. Мне было по барабану на этого красного пи... Вот эту папку мне было по барабану. Но он опять вкинул. Просто то, что я за ним преследую. Ну ему показалось. Я вообще даже за ним не ходил ни разу.
Как ты ходил? Ты за я мимо тебя ходил, но не за тобой. Я за тобой не хотел ходить. Вообще, я даже убивать тебя не хотел, ты понимаешь? Ты памперс красный тампон. Просто, ужас. Опять какой вкинули. Просто вкинули в никуда. За что? Ну ты же вообще, ты даже задание ни разу не выполнял на этой карте. Геймпостер постоянно, я не мог на этой карте выполнить хоть одно задание. Мир, ты заколебал вкидывать, реально. Отстань от меня, хватит, да ешь, не вкидывал, ой, я не хотел за тобой. Я не знаю, я не могу. Ребята, это реально по-настоящему, тут пи***ц. Это реальные эмоции, это живые реальные эмоции, это же просто пи***ц. Фух, я не могу в этом, у меня реально бомбит это задание, надо задание выполнить. Давайте, короче, не будем палиться, будем реально сейчас играть. Подсобка. Так, в подсобке задание у нас, да, нашел ведро. В подсобке найти ведро. О, а давай из эфира бегать. Интересно, он на этот раз что-то скажет, нет? Вот сейчас на этот раз, что-то скажет? То, что я за ним бегаю, он скажет хоть слово вот это свое. Так, короче, ищем союзников. Проверка. Алло. Кого нет? Фуфу нет. Только что. Передо мной был Фуфу. Капусту я тоже не видел ни разу. Когда мы с тобой рядом бегали, я видел, Кирилл к нам потом прибавился. Что выполнял Капуста? Ну-ка. Я ничего не выполнял. Я смотрел за карту. Я голосую за Капусту. Почему? Потому что ты ничего не выполняешь, и у нас задание. Я смотрел за эти, за карты. Не-не-не, это не оправдание, это не оправдание. Все, голосуйте за Капусту. Ты придурок, что ли? Иди на... Это реально не оправдание. Алло, мы выполняем задание тут. Ты стоишь АФК, все, я тебе кикаю. Ты идиот, что ли? Все, нет. Я за скип. Просто больной какой-то. Давай, верю. Это реально он. Ты что? Кирилл, нет, это реально он. Со стороны видно, что ты просто ко мне негативно относишься. Я понял, ребят. Или ты реальный импостер, но ты когда хорошо играешь. Да, хорошо играешь. Он всегда подозрение. Он всегда Ладно, иди, придурок. Он оправдывается, он сидит оправдывается. Ты меня бесишь, Кирилл, смотри, он сидит оправдывается. У тебя уже все, у тебя шизофрения пошла. Я с Фиром бегал, и я задания сказал, какие выполню. Тут наковальня, плюс песок, капусты не было рядом, вы понимаете? Так меня тоже не было рядом, я тоже проиграл. Я не знаю, что... проиграли, я за скип, давайте скип. Поиграем, посмотрим еще, реально непонятно. Угу. Фир выполняет задание, я ему верю. Да, Фир очень долго выполняет задание, короче, все. Это не Фир. Ну, я подумал, что Сиска убил Фира, но да, нет. Да, конечно, убил. Не-не-не, я просто подумал так. Это Кирилл или Сосиска? Вы понимаете, что... Он же вкидывает просто, он псих, посмотрите, он больной. Он уже просто так вкидывает на человека. Нет, ладно, да я... Голосуй за Капусту, ладно. Просто Кирилл. Это Кирилл. Голосуй за Капусту, все. Я его проголосовал. Ладно. Почему вы мне не верите? Я знаю, я сразу понял, что... Ладно, типа я вообще сказал, что я так вкинул Кирилла, ладно. Давайте другую карту. Хоть бы не импостер. Да, это прикольно. Блять, это просто... Я уже не могу. Я просто уже реально не могу в это играть. Короче, Сиск опять импостер. Сейчас будем втапливать. Надо... Сейчас жестко будем топить. Прям... Проверка. Могу сказать, что Фуфыф, наверное, не импостер. Короче, пока непонятно. Скип, давайте. В меня вбросили. Это капуста. Короче, капусту нужно первую убивать. Он меня бесит. Он заколебал в меня вкидывать. Он хочет меня убить. Ах ты. Он понял, что сейчас я вкину. Я сейчас... Ах ты. Алло. Кирилл убил капусту при мне. Короче, нет. Сосиска. Что? Нет, это Кирилл. Кирилл при мне капусту убил. Я объясняю, почему я тоже думаю, что это сосиска, потому что, типа, горит реактор, ты вместо того, чтобы его идти чинить, ты берешь, типа, машешь рукой. Потому что я видел труп, и при мне Кирилл потому что убил. Что-то зарепортил. Потому что Кирилл при мне убил, я пошел уже репортить. Кирилл не при тебе убил, он при мне бежал, и потом ты возле него начал бежать и рукой махать, типа, ребята, реактор. Ладно, я на самом деле его убил, он меня бесит, он от меня убегал. Но он реально бесит меня, просто я вот на него посмотрю, он уже так палишься, ты так палишься, ты псих, ты псих. Тихо, у него уже штаны все желтые, и он от меня бежит, сверкает пятками, и я такой, это так взбесило, я решил его убить просто. Ты ненормальный человек, ты ненормальный. Ты ненормальный. Ты бесник. Потому что вы понимали, каждый раз, перед началом раунда я говорю, хоть бы не импостер, я всегда такой, хоть бы не импостер, у меня этот импостер вылазит просто. Все, давайте, начинаем. Я опять импостер. Сколько можно? Я не могу, да, какая смехота. Может просто вкинуть сосиску?
Это фыфыф, это фыфыф, это фыфыф, это фыфыф, это фыфыф. Алло. Это сосиска. Конечно, это я, да. А где ты увидел? Где ты увидел? Где ты увидел? Да, давай. Скажи. В этой комнате, вот у этой двери, вот прям тут, на вот этом голубом-синем паласе, лежит фуфу. Я подхожу и сосиска. Кстати, знаете что, я если что оттуда шел и вижу Кирилла, и как он репортит труп. Подожди, ты подтверждаешь, что труп здесь был? Или ты не видел? Я видел то, что труп, я оттуда пришел. То есть вот здесь рядом, да? То есть вот здесь рядом. Рядом с Кириллом, да, рядом с Кириллом. Короче, смотрите, тогда это не Фир. Фир я недавно видел. То есть это не Фир. Это или Кирилл, или сосиска. Короче, сосиска. Вот, я вначале выполнял это сосиска. Задание, придурок. Ладно, я тоже за сосиску. Эта игра бесит, я не хочу быть импостером. Фуфыф сам нарвался, алло, если что, Фуфыф сам нарвался. Вы не провоцируете, блядь. Опять импостер получается. Я не могу поверить, это просто пипец. Давайте типа ходить за ним и это... Он псих просто. Он просто псих. Вот так ему и надо, знаете. Ух, наконец-то я убил капусту, ура. Проверка. Алло, да. Я был с Фиром, а Фуфу был на той топке. Пошел вот, реактор включать. Он был реактор. Я видел, да. Короче, сосиска побежал ко мне вот тут на улице, подбежал ко мне и не смог меня убить. И типа сделал... Я тебя не убивал, я задание выполнял при тебе. Вот. Я нажал на задание. Начал задание выполнять беспалево так. Я не начал выполнять задание беспалево. Просто реактор уже отключили, я начал выполнять задание, поэтому... Реактор еще... Отключили, я выполнил задание, пытался... Ну все, это... Я за сосиску тоже, я еще за нее... Ну вот как? Как играть, если, ну, кидывают по приколу? Опять кому-то показалось, что я до него домогался. Это уже клиника. С вами играть невозможно, ребят, реально. Вам показалось что-то, что я вас уже прикоснулся, там уже нож достал? Я не знаю, ты просто псих, ты просто хочешь меня убить, просто хочешь меня убить. А никакой было голосовать на голосовании за меня. В общем, смотрите, я что предлагаю. Давайте сейчас сделаем новое правило. Кирилла, если он проиграет, то он не должен ставить скин петуха. 100%. Но среди нас, ну, Фуфыф, Сосиска, Фир и я, если кто первый выиграет за импостера, тот может загадывать кому-то желание. Так что, все, мы играем на что? Да-да-да, все, давайте играем. Я не могу, я просто не могу. И вы уже пятый раз, или четвертый подряд, импостер упадает. Давайте сейчас скинем его. С капусте, все, он умер. Он хочет меня убить. О, Фир мне алиби даст, кстати. Мне кажется, какой-то импостер пассивный, супер пассивный. Ну, мне кажется, это не Фуфыф. Он бы поубивал. Это или Фир. Ну ладно, просто не Фуфыф, но это Фир, походу. Все, выполняем. Фир меня мог убить. Он около меня пробегал, он за мной не побежал и не убил. То есть это не Фир? Ну да, это не Фир. Я задание выполнял. Нет, точно. Да. Ну все, ок. Все живы. Так, знаете, что может длиться? Короче, сейчас. Так, алло. Фира нет. Так, стоп. Значит, я ошибся. Подожди, знаешь что? Слышишь, сосиска, а почему ты пошел с Кириллу, если слева можно было реактор включить? А слева я видел Фыфыва, потому что он меня опередил. Нет, я видел, там Фыфыв. Никого не было. Нет, там Фыфыв был. Алло. Короче, я думаю, это капуста, потому что он опять на меня вкидывает. Ты чё? Это ты, значит. Это ты. Какого хуя ты меня... Дима. Это ты? Дима бегал. Нет, это реально он. Дима бегал очень много со мной, вообще постоянно со мной бегал. Я с Кириллом бегал сколько, блядь? И что? А сейчас, а где ты сейчас был? Подожди. Я подошел. Почему вы опять голосуют? Нет, а реально, почему в меня? Тут даже не обосновано. В меня вообще не должны были голосовать. Все, гоу. Короче, я думаю, что... Ну, он уже Как будто он уже... Типа, я, короче, дожал, и не могу догнать. Я не могу догнать. Я не знаю, он спалил или нет. Алло. Алло. Дим, ты можешь не преследовать меня? Алло. Подожди, Фыфыва нет. Фыфыв только что нажимал на радио. Он чинил радио. И со мной был капуста. Я самый первый был на радио. Я, если что, пошел направо. Я попытался выполнить задание, но за мной капуста бегал. И плюс еще вот так делал. Ты хочешь меня вкинуть? Да, я хочу в тебя вкинуть. Доказательство, скажи. Хуй
Ты не даешь мне выполнить задание и ходишь за мной. Значит, это ты. Мне кажется, это Кирилл был там. Кирилл тоже сходился. Давайте скип, окей, давайте скип, давайте скип, окей, скип. Точно Фир это Кирилл? Я отдельно по карте ходил, ну, мне кажется, Кирилл. Блин, а как тебе можно верить, ты где был? Ну, я по карте ходил, таски выполнял. Что делал? Последнее задание быстро? Это Фир, это Фир! Не, это не я. Я скип нажимаю, это Фир. Да это не я. Нет. Это не я. Это сиська! Это нагло! Просто нагло! Ты при мне убил! Нагло! Кирилл! Бил! Просто нагло! Нагло убил! Я серьезно говорю. Кирилл, ты подумай о том, что я даже не проголосовал за капусту, я проголосовал за скип. Он нагло убил меня и сейчас скидывает. Он просто псих. Тебя убил? Ты уже оговариваешься, мы ничего. Я могу скип нажать, я не знаю реально. Я уже проголосовал за капусту, я уже проголосовал за капусту. Решай, Кирилл, только не я. Кирилл, быстрее! Кирюх, 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 убегай, пожалуйста. У меня не получилось проголосовать, у меня не получилось. Иди в жопу, придурочный. У меня не получилось. У меня не нажалось. Короче, я победил. Ну все, факт. Да, все. Че, в кого вкидывать? Только не меня. Кто с кем петуха будет? Подожди. А, ты решаешь точно, кто с кем. Сиська. Чернья. Я тоже сказал, я первый сказал. Я защитился, алло, я в домике. Я первый сказал. Кирилл, напиши вот это. Напиши это. О. Не смешно, алло. У него же подготовлено на меня эта постанова. Так в смысле, ты дурак, что ли? Я, короче, хотел в тебя вкинуть. Если я выиграю, я хотел кинуть. Ты заколебал, я 3 раза у тебя проиграл. Ты... Почему я? Почему не фуфыф? Он там стримит как раз с этим скином будет. А ты снимаешься видео. Че, как тебе скин? Цыпленок типа. Ставишь скин? На 3 месяца будешь видео сниматься с таким скином. Ты уже поставил? Ну, скин прописал. 3 месяца, это получается когда? Ноль? Это в августе? Нет, подожди, это в сентябре или в августе? В сентябре, да. Что скажете? Ну, короче, необоснованно в меня вкидывали все раунды абсолютно каждый. Встань, подойди. Подойди. И он еще не двигается, стоит, как будто бы неудобно. Что скажешь вообще? Почему я 3 раза проиграл? И 1 000 000 раз импостером был, ну это... Короче, ну, что-то скажешь, может? Что мне? Я уже все сказал. Ну, может, еще что-то скажешь? А, всем пока! Ставьте лайки. Да ладно, да давай, Дима, давай. Ну, что-то скажешь, может? Так я уже все сказал, нет? Ты тупой, да? Ты что вообще? Что? Не, я реально не понимаю, скажите. Ты тупой? Нет, я не понимаю просто, недопонимание, что? Ну, все хорошо, да? Подумай. А, это постанова была? Вы что? Не, реально, вы... Отпало, вы что, придурки? Нет! Пошли. Что с тобой? Причем. Вы меня реально выбесили. Импостер, это реально подкрутка? Да. 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 Я еще думал, я каждый раунд говорю, хоть бы не импостер. Это тотальный сговор был. Ну, может, что-нибудь сказать, какой-нибудь пару предложений. Нихуя, блин. Не, ну в целом вы вообще меня реально на эмоции вывели. У меня реально горело. То, что там Фиру что-то показалось, еще что-то. Всем что-то казалось, я думаю, ну вот вывели, но я не подозревал. Ну что, все тогда, вот такой видос получился. Да, все. Всем пока. Жулики, блин. Так, фуфыф, пока. Всем пока. Фир. Всем пока. Пока. Кирилл. До свидания. Давайте, всем пока и главное. Всем пока. Ну и последний комментарий. Также заходи на сервер Nexus Mine. 10 числа в 15:00 по МСК будет вайп. Все, жду тебя в описании. И группу ВКонтакте, там можешь следить за новостями. Все, в общем-то, вот.